Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Сегодня прекраснейший солнечный день. В принципе, как и вся наша московская осень в этом году, нас радует своей погодой. У меня настроение просто великолепное. Потому что сегодня я вам покажу, уже показала, вы видели в начале ролика, мой новый проект. Этот проект я назвала «Иллюзия». Это невероятнейший трансформер. Я думаю, что я не все показала вам в приролик к этому видео. Думаю, что будут еще варианты, как можно носить эту красоту. И хочу напомнить, что спонсором этого великолепного проекта был магазин «Кудель», который предоставил мне пряжу от фирмы «Камгарн». Это турецкая фирма, пряжа «Папатия Ангора Кейк». Именно с этой пряжей я изменила свое отношение к акрилу. Вероятнее всего, сейчас так далеко шагнул прогресс, что акрил, ну, совсем не тот скрипучий, о котором мы знаем, которого мы все боимся. И я боялась вначале заказать эту пряжу, потому что здесь 80% акрила. Вот это меня и смущало. Но связав вот эту великолепную вещь, я изменила свое отношение, и я обязательно зайду в «Кудель» и закажу подобную пряжу. Там, кстати, очень большой выбор. Ну, вот это Ангора Кейк, да, Папатия Ангора Кейк. Там есть много всякой пряжи. И ровница, и чего там только нет. Тоже с таким же содержанием акрила 80%. Палитра цветов просто вдохновляет, восхищает своим разнообразием. Я обязательно закажу что-то подобное и обязательно свяжу. Мои хорошие, вот то, что вы видите, вот этот невероятный трансформер, на это ушло 220 грамм пряжи. В принципе, я могла уложиться и в один моточек, в моточке 200 грамм. То есть, получается, что вот 200 грамм весит это пончо, накидка. И моток стоит 305 рублей. Внимание, 305 рублей за такую красивую вещь. Она очень уютная, она очень комфортная, она очень мягкая. Ну, а по цене я вообще просто промолчу. Поэтому впереди у нас Новый год, Рождество. И, конечно же, мы хотим порадовать своих близких каким-то сюрпризом, ручной работой. И понятно, что не все люди богатые, и как-то нужно выбрать пряжу и дешевую, и качественную, и связать какую-то вещь своими руками. Я знаю, что многие вязальщицы именно свое творчество, свои вещи ручной работы дарят своим близким. Так вот, это просто прекрасный вариант купить вот такую пряжу и связать просто шикарную вещь. Не говорите только, сколько стоит эта пряжа тем, кому вы будете дарить подарки из нее. Ну, а на самом деле эти подарки бесценны. Потому что именно в таких подарках, вещах ручной работы вложена частица вашей души. И я говорю, что такие вещи – это не просто вещи, это обереги. Они греют не только тело, но и душу. Итак, 305 рублей будет стоить вот такая шикарная вещь. На ее изготовление у меня ушло ровно 4 дня. Представляете? Вот такой объем работы – обычная филейная сетка, насколько я вообще не любитель филейки, но это исключение. Оказывается, обычные столбики с одним накидом и между ними воздушная петля
можно просто создать, ну, я бы сказала, шедевр. Не побоюсь этого слова. Да, кстати, отвечу сразу на один комментарий, который я получила вчера к моему кардигану. Это тоже был шарф-кардиган, тоже трансформер. И девушка высказалась: ну как же можно так себя хвалить? Мои хорошие, сразу отвечу, я не устану себя хвалить, потому что есть за что. И я как бы знаю себе цену, и это прекрасно, когда вы хвалите себя. Может быть, кому-то это режет ухо, кого-то, может быть, это коробит. Пожалуйста, не смотрите тогда мои видео. Но я не устану хвалить себя, потому что вещи мои действительно красивые, действительно неповторимые. В них есть изюминка, и поэтому я буду хвалить себя. Да, еще вам понадобится, конечно же, пуговицы. Здесь пуговицы я использовала тоже от интернет-магазина New Chic. Мешок пуговиц что-то совсем-совсем дешево стоит. 50 штук у меня этих пуговиц, я их везде леплю. И везде, как ни странно, они подходят. Кстати, их можно покрасить, если нужен какой-то другой цвет. Ну, а теперь давайте поговорим об этом проекте. Расскажу о некоторых тонкостях и нюансах, о которых вам мало кто расскажет. Значит, в длину этот проект у меня 96 и 96. Вот 180 получается, что там, и 6,6, 12. Что это? 196 сантиметров. Ну, практически 2 метра, будем говорить так. Это длина этого шарфика. Ширина шарфика около 60 сантиметров. Там 58, 59. Ну, если смотреть по краю, то здесь немножко вытянулся угол. Где-то 60 сантиметров. Вязала я эту пряжу, не придерживаясь тех рекомендаций, которые мы видим на этикетке. Здесь крючок нам предлагают 2 мм. Я вязала 3,75. Да, артикул 810, ой, 610, прошу прощения. Это колор, я имею в виду, этой пряжи Папатия Ангора Кейк. Очень красивые переходы. Это секционная пряжа, но секции здесь достаточно длинные. И я начинала вязать не ширину, а длину. И, наверное, я правильно сделала. Где-то, возможно, сработало подсознание, что именно длина. Если бы вязалась ширина, как вы понимаете, секции тогда бы лежали вот так. И они не удлиняли силуэт. В моем же случае полосы расположены вертикально, и это важный момент. Они удлиняют фигуру. Так что учтите, это мой вам совет, если будете вязать из этой пряжи, я думаю, что я многих воодушевила на такой подвиг, набирайте сразу длину и вяжите вверх. Тогда у вас полосы вот эти будут лежать вертикально и будут удлинять вашу фигуру. Фигуры у нас, я думаю, мало у кого идеальные, поэтому это важный момент. Здесь обычные столбики с одним накидом, между ними воздушная петля. Вы вчера мне сказали, задали вопрос, видимо, вы не умеете вообще вязать крючком. По поводу вот этой техники, тоже из этой пряжи. Кстати, этот карман я вообще вязала сюда, но, как вы понимаете, сюда он совершенно не нужен. Ну ничего, это опыт, и он бесценен. Так вот, вы мне писали, техника вам понравилась. Эта техника, подписчица мне написала, называется штопка. Вот, возможно, стоит поискать в интернете все о ней, что это за техника. Может быть, как-то можно это делать без отрыва нити, хотя я сомневаюсь. То есть, если без отрыва нити, конечно, можно. Можно потом идти вот так вот змейкой. Но тогда вот здесь вот не будет так лежать красиво полотно. Поэтому насчет безотрывного вязания, я имею в виду в технике штопка, я бы поставила большой вопрос.
мне как бы лучше отрезать, но зато полотно потом при глажке оно все выровняется и будет ровно. Если будете вот так вот идти, вы не добьетесь вот такой ровности полотна. Это мое мнение. Конечно, оно может отличаться от вашего. Поэтому посмотрите тоже из ваших комментариев. Есть, оказывается, сайт Alize, где вот эта техника безотрывного вот этого метода вязания штопка. Зайдите, посмотрите. Может быть, это будет отлично от того, что вчера я вам показала, как я вот это делала. Поэтому смотрите сами, как говорится, думайте сами. Значит, вот этот образец я постирала. Он вообще никак не изменился. И более того, я думаю, что эту пряжу можно спокойно стирать в машине. Ничего ей не будет. Я даже вот этот карманчик я буду немногим жертвовать. Я просто брошу в машину, постираю и посмотрю. Потом, конечно же, вам расскажу. Но вот этот образец я стирала вчера руками. Он никак не изменился. Причем не сел, не растянулся и даже не распушился. Я думала, что как-то пряжа распушится после ВТО. Но нет, она не распушилась. Какая была, такая и осталась. И благодаря вашим комментариям также по поводу вот этой техники, что еще хочу сказать. Да, вы правы. Если вязать основу филейной сетки более тонким крючком, тогда, естественно, вот эти ячейки, в которых потом мы продеваем вот эту ниточку, они будут меньше. И, возможно, будет вот эта пряжа продетая держаться, конечно же, лучше. Спасибо вам за такие комментарии. Они ценные. И я подумываю, что следующий проект, который будет вот в этой технике штопка, я, скорее всего, основу буду вязать, конечно, не из такой пряжи, из пряжи тоньше, ну и крючок намеренно выберу тоньше, чтобы вот эти ячейки были поменьше. Итак, дальше по поводу вот этого трансформера. Я даже не знаю, как его назвать. Это и шарф, это и налобная повязка, это и пончо. Что и даже в виде кофточки вы видели, как я это вам все показывала. Теперь о тех тонкостях и нюансах, о которых вам никто не расскажет. Вы видели, как вот здесь вот в районе, ну там, где через шею, в районе груди, как вот здесь красиво прилегает вот эта вот часть. Мои хорошие, это не просто так вот столбики без накида, которым обвязывалась вот эта вот часть этого пончо или этого шарфика с прорезями для пуговиц. Здесь есть одна хитрость. Значит, я сейчас вам ее расскажу. Значит, вот эту обвязку столбиками без накида я делала крючком 3,5. Начинала обвязывать крючком 3,5. То есть полотно 3,75. Вот эта обвязка крючком 3,5. Но вот здесь, вот в районе пуговицы я вешала маркер. И с другой стороны я тоже вешала маркер. И вот это вот расстояние, которая идет у нас по V-образной горловине через шею, я провязывала крючком 3,25, а последний ряд вообще крючком тройка. Ну, оно и понятно. Мы же понимаем, что если взять круг, представить круг, то диаметр у него по внешней части больше, а по внутренней меньше. Так вот, чтобы нам вот эту внутреннюю часть уменьшить, не убавляя столбики, я прибегла к крючку меньшего размера. Но первый ряд обвязки я все же уменьшила столбики только вот в этом районе. Помним, что здесь нужно повесить маркеры. И как я делала первый ряд обвязки? Ну, первый просто обвязала. А во втором ряду я уменьшила столбики. Как я делала? Провязав 5 столбиков, я пропускала один столбик и вязала, втыкала крючок в следующий, в 6-й столбик. Опять 5 столбиков провязываю,
один столбик пропускаю, в шестой провязываю. То есть во втором ряду, вот в этой части, я каждую шестую петлю сократила. И у меня вот здесь получилось, что уменьшилось количество петель. И вот эта V-образная горловина очень красиво стала прилегать к телу. И вот здесь вот как, вот как джемпер получился. Последний ряд я провязала туго-туго крючком 3. Это еще подсобрала вот здесь вот полотно. И таким образом вот этот внутренний диаметр, если вспомним наш круг, он стал значительно меньше. И это стало красиво прилегать к телу. И это красиво. Вот эти тонкости, о которых вам никто не расскажет. Подходя как бы к маркеру, я оставляла тот крючок меньшего размера. Дальше продолжала вязать крючком 3,5. Опять возвращалась крючком 3,5. Дохожу до маркера, меняю крючок, вяжу крючком меньшего размера. И так далее. Я думаю, что моя мысль вам понятна. Теперь, что еще хотела вам рассказать по поводу вот этих прорезей. Значит, они, если вот так вот разложить шарф, практически по центру. Ну, если у нас вот здесь вот 60 сантиметров, то прорезь находится практически по центру. Чуть-чуть я ее сместила. Ну, вот эта вот часть у меня больше. Буквально там на пару рядочков вот этих столбиков с накидом. Здесь, чтобы сделать вот эту прорезь, что я делала? Вот мы вяжем вот так, туда-сюда, обратно поворотными рядами. Провязали где-то 25 сантиметров, получается. Дохожу до этого места. Набирала я, то есть я повесила здесь маркер и высчитала, какая мне нужна прорезь. Прорезь у меня здесь 21 вот такая клеточка. 21 клеточка нам дает, умножаем на 2, это получается 42 петли. Вот дойдя до этого места, я набрала 42 воздушные петли и соединилась опять здесь, продолжила вязание. Дойдя, конечно же, я потом и здесь повесила маркер, естественно, все симметрично рассчитав, сколько здесь от края. От края не помню сколько, сейчас посчитаем, скажу. Дойдя до этого маркера, я сделала то же самое. Набрала 42 воздушных петли и продолжила вязание. Развернулась. В следующем ряду у нас здесь воздушные петли. Но нам нужно набрать такое же количество столбиков, какое и вот здесь. То есть, чтобы получилось 21 клеточка. То есть, что я поделала? Провязывала столбик с накидом, воздушная петля, пропускала воздушку вот среди этих воздушек, столбик с одним накидом. Опять воздушная петля. Пропускаю здесь воздушную петлю. В следующую столбик с одним накидом. Чтобы у вас не получилось, обязательно просчитайте здесь, чтобы у вас все-все совпало. То есть вот эти столбики должны равняться вот этим столбикам. Если здесь я пропускала 21 клетку, здесь тоже у меня на этих воздушках по прорези тоже должна получиться 21 клеточка. Вот, в принципе, еще одна тонкость вязания, чтобы у вас было все красиво и аккуратно. Вот эту вот, вы видите, что здесь как-то красивенько сделана, ну, прорезь для руки. Это обычный тамбурный шов. То есть по клеточкам, отмотав из клубка нужный мне цвет. То есть я намотала, чтобы добраться до этого нужного цвета, я отмотала вот этот вот коричневый цвет, белый цвет вначале в самом был, да. И дойдя до нужного мне оттенка, где у меня по прорези вот такой вот болотный, я прошлась двумя рядами крючком 5,5. Девочки, внимание, 5,5, потому что клеточки достаточно крупные. Можно и даже шестерочку было взять. И не затягивая, очень нежно прошлась тамбурным швом вот такие вот два вот таких рядочка. И получилась вот эта прорезь, ну как бы законченная, как бы обвязанная. Все очень-очень красиво.
И еще одна идея, я давно это видела, я не буду это делать вот в этой своей работе, но я видела, что вот по этой филейной сетке можно таким же тамбурным швом создать, заполнить вот эти клеточки, там можно сделать всякие узоры и цветы заполнить. И у вас по вот этой, ну, как бы филейной сетке будут вот такие выпуклые цветы. То есть будет вот так, как у меня вот здесь отделана вот эта прорезь для руки, а-ля имитация кармана, да. Так что это вам еще одна идея, как можно из скучной филейной сетки сделать вот такие шедевры. Можно, может быть, я даже и решусь что-то здесь как бы создать. Но, честно говоря, мне не хочется, потому что настолько самодостаточная эта вещь, она легкая, она мягкая, она приятная к телу и она теплая. Видимо, 20% вот шерсти, лана шерсти здесь, то есть нежная, да, дают нам вот это вот тепло. Я надеюсь, вам понравился мой проект. Присмотритесь к пряже от фирмы Камгар. Присмотритесь именно к этой пряже. То, что я буду заказывать, ну, уже хочется какую-то другую пряжу, то есть от этой же фирмы, но другую. Там очень много пряжи в магазине Кудель. Еще раз хочу поблагодарить магазин Кудель за предоставленную пряжу. Потрясающие вещи. Тем более я открыла для себя акрил, который, ну, совершенно не похож на тот акрил, о котором у меня были представления. Еще раз огромнейше благодарю магазин Кудель. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Напишите ваши комментарии, как вам, понравился ли мой трансформер. Невообразимый трансформер. На этом я заканчиваю. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.